Радий представити людину, яку ви більше і краще знаєте зі спеціальної рубрики. Юлія Жданюк сьогодні в нас в гостях. Найчастіше розповідаєте нашим телеглядачам про те, як організувати фітнес у себе на роботі та взагалі тримати себе в формі, не дивлячись на те, що робочий день може тривати цілодобово. А сьогодні поговоримо про вас і про ваш досвід, скажімо так, і поїздку на міжнародний конгрес із пілатесу, який відбувається з 5 по 7 травня. Доброго ранку. Да, это удивительное событие, в котором мне посчастливилось поучаствовать. Это с 5 по 7 мая у нас был конгресс в городе Мёнхенгладбахе, родине Джозефа Пилатеса. Подобный конгресс проходит каждые 2 года. Он объединяет всех единомышленников, там происходит какой-то обмен опытом, зарядка эмоциями. Мы больше узнаем истории этого метода и этих замечательных людей. Да. А по поводу самих участников, как можно попасть? Потому что я так понимаю, что это международный, поэтому места ограничены. Да, действительно, места ограничены. Просто у нас есть большая привилегия. У нас Fitness for You институт, который представляет Екатерина Смирнова. Она является там в совете директоров. И поскольку мы у нее учимся, мы могли зарегистрироваться через нее и попасть на этот конгресс. То есть... Ура и наконец-то, да. Я так понимаю, что это первый раз только. Он проходит не первый раз, но для меня это впервые, участие, да? Конечно. Это вообще было из несбыточных мечт, об этом можно было только думать. И, в общем, вот мечты сбываются, главное правильно. У нас множество фотографий, можем сейчас увидеть, как это все происходило, по сути, и что же делали участники, как это все было. Как же без фотографий? Конечно, конечно. Там, во-первых, установлена мемориальная доска, которую вы видели на фотографии, посвященная Джозефу Пилатесу. Естественно, у нас был ужин, объединяющий нас, который могли обменяться эмоциями, впечатлениями. Конгресс проходил в очень красивом здании. Вот вы видите, классы, на них участвовало около 200 человек. Вот, это все было очень синхронно, когда, знаете, люди объединяются одной какой-то идеей, это заряжает и, в общем, чувствуется очень сильно. Это очень почетно, это большое счастье на самом деле для меня, как человека, который делится методом Пилатес, попасть на этот конгресс, быть учеником на классах у этих людей, которые давно этим занимаются. Это очень здорово. То есть я так понимаю, что у Николаева теперь есть возможность узнать еще новые методики, которые вы уже привезли в Николаев. Ну, методика одна, но какие-то нюансы, конечно, мы всегда, я все, что знаю, стараюсь поделиться. В моей студии есть возможность позаниматься на большом оборудовании, пока это единственное место в Николаеве, где такая есть возможность, поэтому приглашаем, всегда вам рады. Кроме того, что множество впечатлений и фотографий, есть теперь еще и то, что можно пощупать, скажем так, и вот более детально узнать о самой методике. Да, тем, спасибо большое. Вот я хочу представить книгу, которая впервые издана в Украине на русском языке. Автор тот же Fitness for You, Екатерина Смирнова. Я ее очень рекомендую всем тем, кто увлекается пилатесом, тренерам, просто любителям метода. Она ценна тем, что эта книга написана самим Джозефом, действительно впервые переведена на русский язык. Здесь есть от него превью, которое ты читаешь и понимаешь, что как будто написано сегодняшним временем. И достаточно подробно, как повернуть, достаточно подробно расписано упражнение. Единственное, что я вам могу сказать, что если вы никогда не занимались пилатесом, то вот так брать книжку и по ней прям сразу заниматься все-таки не стоит. Подойдите к тренеру и немножечко какие-то азы нужно будет. Обязан еще просмотреть. Да, и как раз... Очень-очень множество положений, еще есть место для своих отметок. Конечно, конечно. Получилось или нет, свои наблюдения. Поэтому на самом деле уникальная книга. Я так понимаю, что если переведена на русский язык, то в Украине где-то можно ее найти. Да, она у нас есть, можно, в принципе, и через студию «Аквамарин», но основной представитель – это «Fitness for You» в Киеве. В интернете это очень легко находится. Я так понимаю, оригинальные фотографии использованы. Совершенно верно. Использованы исторические фотографии, и уже на сегодняшний день есть 2 книги, которые написаны Джозефом и переведены. И еще я тоже не могу об этом не сказать. Это же «Fitness for You» издает журналы Пилатеса, они, в общем-то, мировые, тут идет на 2 языках сразу, на английском и на русском любой текст, и та информация, которая тут предоставлена, она очень ценна тем, что это, как правило, эксклюзивная информация, достоверная информация, очень много фотографий, очень много каких-то ценных советов, поэтому тем, кто интересуется, что такое пилатес, в интернете очень много мусорной информации, вы понимаете, о чем я, это доступно, это тоже там же, вот я очень рекомендую. Я, если честно, для себя сегодня сделал большое открытие, потому что чаще всего с вами общались в эфире и
до этого момента девчонки, мои коллеги, сегодня я для себя открыл, что это исконно было мужское занятие. Мужчина это все начал дело, и, соответственно, да, друзья, вы видите, не ошибайтесь тоже. Класс Джозефа, тут у него как раз клиенты занимаются мужчины, поэтому это, в принципе, был придуманный мужчина и для мужчин, поэтому мы всех мужчин ждем на наших тренировках. Вот так, девушки перехватили эстафету. На самом деле, весьма вижу и ощущаю, сколько эмоций у вас. Теперь хотелось бы узнать, что же новенького появится все-таки в НИКАЕ, что за методики, может, какие-то нюансы, точнее, что привезли, и когда это уже, возможно, и наши телезрители смогут увидеть. Вы знаете, у нас запускаются мини-классы на большом оборудовании, это как раз то, что только у нас есть. Мы уже сделали пробный пилотный проект, все хорошо, поэтому мы приглашаем всех. Единственное, что из-за того, что ограничено количество мест, пожалуйста, записывайтесь заранее. Потом у нас будут тематические вечера, которые хочется поделиться эмоциями, не только фотографиями, есть что рассказать. Например, в эту субботу у нас на 12 часов чаепитие. Кто хочет, пожалуйста, присоединяйтесь и ждем вас на чай со вкусненьким. Ось так, друзі, такі анонси для вас. Як бачите, є чим зайнятися вихідними, дивлячись на те, що один вихідний в нас забрали. Дякую вам за те, що сьогодні завітали до нашої студії. Нагадую ще раз, що сьогодні спілкувалися з інструктором співати Юлією Жданюк.